В настоящее время большое внимание улучшению благоустройства уделяется не только в городском, но и в сельских поселениях нашего муниципалитета. В Маевском сельском поселении накоплен положительный опыт в этом вопросе. В этом мы смогли убедиться, выехав на место. Для того, чтобы планировать свое ближайшее будущее и уверенно развиваться, нужно, проанализировав все сделанное, вносить необходимые изменения в работу и двигаться дальше. В Маевском сельском поселении, одном из самых близких к районному центру, прекрасно понимают, что селяне сейчас хотят уже жить, пользуясь всеми благами вполне городского благоустройства, доступного в современных условиях. Преображение парка в хуторе Сербин – одно из зримых изменений к лучшему. У нас прекрасный вот сейчас парк сделали. Здесь молодежь отдыхает. У нас все-таки и детки с мамами маленькими приходят, отдыхают. У нас очень много сделано дорог. В общем, у нас грунтовых дорог уже, можно сказать, нету. Все покрыто у нас гравийным исполнением. Последнюю вот мы улицу Школьную и улицу Пионерскую, часть Пионерской, заасфальтировали. Бока все отгридировали, сделали все прекрасно. Так что, я думаю, у нас сейчас люди едут с города, большой наплыв, честно, у нас, потому что хутор находится очень близко к городу, 6 километров, автобус у нас бесплатный. Люди у нас очень хорошие. Благодаря тесному взаимодействию с жителями удается поддерживать наведение санитарного порядка около домовладений. Очень довольны жители Сербина и тем, как обновился их сельский клуб. Сельский клуб «Сербин» – это второй дом для наших творческих коллективов. Как для детей и подростков созданы кружки, клубные любительские формирования, организован досуг. В этом году созданы и условия для нашей творческой деятельности. Произведены ремонт помещений, благоустройство прилегающей территории, приобретены проектор, новая мебель. Современной стала и наша казачья мастерская. Приобретены выжигатели, столярные инструменты. Сейчас мы с детьми и подростками мастерим поделки из природного материала. Комфортно и уютно стало в сербинской библиотеке, где читатели всех возрастов смогут найти себе книги по душе. Глава сельского поселения Андрей Дмитриченко старается использовать все возможности для благоустройства, все программы, в том числе инициативное бюджетирование, чтобы улучшить жизнь сельян. Сделали площадки спортивные, на Маевском открыта площадка, благоустраиваем парковые зоны, возле школы благоустроена зона, хотя не доделали мы немножко, но по чуть-чуть денежки приходят, мы начинаем постепенно вкладывать, благоустроить. Ну и самая главная задача, я считаю, наша, администрации, это комфортное проживание людей, это все делается для людей, чтобы люди себя почувствовали как бы ближе к городу, ближе к городской среде. Им было комфортно жить в этом поселении. Это самое главное. Дороги, культура, спорт – это то, что позволит людям себя чувствовать комфортно в данном населенном пункте. Как можно полнее выполнять пожелания жителей, на это настроена работа администрации поселения. Ежемесячные сходы провожу, по хуторам проезжаю, интересуюсь. И от того, что люди как бы предлагают, советуют, многие даже просят, а некоторые настаивают, мы отталкиваемся от этого и делаем как бы более перспективно. Парк, значит, надо основной парк сделать. Кто-то хочет площадки, делаем площадки. Постепенно мы как бы удовлетворяем все жалобы, кому дороги. В принципе, в поселении сейчас отсыпаны все улицы щебнем. Заботится здесь и о памятниках. Благоустроена площадка около памятника кубанскому казачеству, где можно проводить мероприятия. Оригинальный глобус появился возле школы, украсив собой это место. За последнее время в поселении произошли перемены к лучшему. И это, конечно, радует местных жителей и внушает уверенность, что работы по благоустройству будут продолжены. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».